сложность в массовости, да? Я вам желаю удачи. Какая самая главная задача вашей роли? Донести, что вот новое поколение потеряло семейную вот как бы ценность, и вот я ее должна вернуть. Все передать, как они выглядели и так далее. То есть это все очень сложно. Самое сложное — это передать страх, потому что вокруг тебя ходят древние люди. Тебе очень сложно не засмеяться. Изобрази сейчас страх на камеру. Больше всего это ходить на согнутых ногах. Тайгер! Танцевать трудно. Что самое трудное — это не засмеяться во время суда. Постарайтесь не засмеяться во время спектакля. Я играю древнюю маму из семьи Кадзигаова. Говори громко и четко. Ну, мне кажется, у нас это передать все эмоции, как древний человек. Ходить там на ногах. Что тебе нужно передать зрителям? Ну, сначала радость, то, что мы поймали кого-то там на ужин. Потом страх, потом жалость к своей дочери, потому что ее кто-то украл. Пацаны, туда-сюда, туда-сюда, через этот танцевальный зал бегают. В общем, интересно. Думаю, будет очень. Есть мандраж, волнение? Нет. Вообще не боишься? Вообще. Молодец. Пусть все пройдет удачи и желаю занять первое место. Спасибо. Кого вы играете в этом спектакле? А что он делает? Ваша первая роль в спектакле? Скажите, а чего вы боитесь на сцене? Себя. Как вы боретесь со своим страхом? Ну, просто никак. Просто делаем. Новую классу. Единственные актерушки. Выезжать мы будем в пятницу вечером. А кого мы зовем с собой?
тобой не вкусно ставим. Да встань ты, сама виновата. Вечно копаешься. А после ноги будет самый вкусный. Я с вами тоже в следующий раз не поделюсь. Да что это за вечные скандалы? Быстро все спать, выключайте все свои гаджеты. Thank you.
икона, которая поможет нам вернуться домой. И действительно, как только появились декорации инопланетянин, нам казалось, что все, фантазия уже не просто не иссякла, а она бурлит с неимоверной силой. Поэтому, уважаемые родители, вы не перестаете нас удивлять и заслуживаете отдельных аплодисментов. Что еще нас порадовало? Вы, наверное, уже получили опыт участия в театральном фестивале, и у нас не было ни одного затянутого спектакля. Мы ровно укладываемся в 15-минутный регламент. За это тоже огромное спасибо. Но теперь несколько слов про каждый спектакль. Ну и помним, что у нас сегодня нет основных победителей. Каждый спектакль может претендовать на гран-при, но он явился победителем в какой-либо номинации. Итак, 6 А класс. Как только появился дом, он меня просто очаровал. Такой дом Бабы-Яги, настоящий сруб. Стилистика костюма удивила. Не так массово было, всего 7 человек, но после их спектакля так и хочется всем сказать: пусть каждый дом привалит счастье. Итак, 6 А-класс. Вы стали победителем в номинации «Самый оптимистичный спектакль, подаренный нечистой силой русского фольклора». «Алиса в стране чудес». Костюмы изумительные. Игра немножко была скучноватой, но как только начался танец, дети как будто бы его ждали, оживились тут же. Итак, спектакль «Алиса в стране чудес» стал победителем в номинации «Самый поучительный спектакль, где соединились сон и действительность». Ребята, проходим. Милый спектакль, окунувший нас, во-первых, в эпоху, леть мотивом по всем спектаклям.
спектаклем по всем этюдам прошла, если с другом вышел в путь. Закон жизни, все тайное становится явным, я думаю, усвоили все. Но самое главное, в нем были самые настоящие, реальные детские лица. Итак, спектакль «Денискины рассказы» 6-го В-класса стал победителем в номинации «Самый полезный спектакль для школьников» или «Пособие на каждый день». 6-й В-класс «Вечные ценности». Декорации изумительные, их много. Шторочки так эффектно открывались. Перенесли нас на Байкал, и когда шум волны, крик чаек, ну такое ощущение, что мы тоже перенеслись на то место. Первый человек был показан, да? Ну удивительно, он был в очках. Доисторические наши друзья. Итак. Спектакль 6-го Г-класса, мы решили, что он побеждает в номинации. Самый колоритный спектакль, соединяющий эпохи и провозглашающий вечные ценности. Массово было, самый был массовый спектакль. Спектакль 6-го Г-класса «Бременские музыканты». В прошлом году уже был такой спектакль, и казалось, что по-новому сказать нельзя, но оказывается можно. Музыкально, танцевально и хорошо подобранные актеры. Поэтому бременские музыканты побеждают в номинации «Самый яркий музыкальный спектакль, создающий настроение». Своими декларациями. Эффектно. Первый возглас. Вау! Здорово! Игра ребятишек не настолько оправдала ожидания родителей, но тем не менее они попробовали себя. А может быть, инопланетяне так себя и должны вести? Поэтому 6-е побеждает в номинации «Самый космический спектакль» с необычными спецэффектами. Ну и завершил наш театральный фестиваль спектакль 6-го М-класса. Пусть он будет немножечко с печальным, трагическим концом, но из этого состоит наша жизнь. Жизнь и смерть всегда идут рядом. Но в этом спектакле было много позитивного и много того, о чем можно и нужно задумываться. Итак, театр теней Офелия побеждает в номинации «Самый философский спектакль, оставляющий надежду». Наверное, роль была второго плана, которая темпераментом своим заразила всех и вся. Эту роль сыграла Михайлова Диана, ученица 6-го Д-класса, разбойница. Семьи, которые отправлялись на Байкал. Маленькие такие роли были у всех, да. Но самое такая продуманная, прочувствованная роль, может быть, не играл кого-то, но мы отмечаем Коростылева Савелия, ребенка одного из семей. Как только она появилась на сцене, мы вдруг сказали все: «Вау, настоящая учительница!» Поэтому роль второго плана присуждается
рождается ученица 6-го В класса Булановой. Видите, в каком она антураже? Платку, очки, так и все, что там рядом. Их наставников.
все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений, театр преподносит нам в громких словах и ярких образах, сила которых поражает нас. Так говорил Иоганн Фридрих Шиллер. Чтобы действительно поразить вас, дорогие зрители и члены жюри, каждый класс начинает подготовку задолго до фестиваля, выбирает репертуар, распределяет роли, отчитывает тексты и реплики персонажей, начинает репетиции и, наконец, представляет нам свою постановку. Все участники прошли большой путь, долго готовились, чтобы сегодня показать нам свои спектакли. Приготовьтесь подарить аплодисменты ученикам шестых классов, их классным руководителям и родителям. Для этой цели выбирается планета Ковчег, считающаяся необитаемой.